Так, ну, прошло 32 минуты. Ну, продолжаем обычный такой процесс. Значит, мы закрываем зольный ящик. Воду мы закипятили уже, да? Прикрываем поддувало. И вот там уже прогорели килограмма, не знаю, ну, 3, может быть, сухих, как порох, дров. Ну, настало время уже как бы поддержания, что ли, того климата, который мы организовали. То есть дальше будет такой стабильный процесс. Баня будет постепенно прогреваться, будет выстаиваться. Вот видите, мы закрыли ящик зольника полностью. А регулируем уже горение вот таким удобным простым шибером. Вот видите, вот он открыт полностью. Давайте вот попробуем его прикрыть. Раз. И вот так. Так, ну что, уже, наверное, можно как-то пробовать баню на вкус. Ну, здесь пока я делаю акцент на скорости приготовления бани. Это одна из таких важных особенностей печи-кондиционера. Мы пока делаем акцент на этом, да, вот вокруг часов стоим. Так, можно туда зайти? Хозяин? Давай, давай. Так, ну здесь мы соблюдаем политкорректность. Объектив моментально запотевает. Так, значит, что у нас здесь с микроклиматом? Ну, это не лаборатория, это баня. Так, давайте смотрим, значит, что у нас тут, какие режимы стоят. У нас температура где-то порядка 57 градусов, ну, с погрешностями там на то все, да. И влажность, она стабилизировалась где-то на 65%. Вот. Но вот уже по опыту пользования этой баней в течение какого-то периода, сейчас хозяин открыл форточку, он так делает, да? Ну, сложно объяснять тут физику этих процессов всех, что там, от чего происходит. Ну вот пусть человек тут греется. Ну, я тоже пойду, пожалуй, потому что здесь такая атмосфера, такой чудесный аромат свежезаваренного березового веника. О, хорошо. Не упрекайте меня за излишнюю эмоциональность. Я читал в свой адрес такие упреки. Но быть в хорошей бане и воздерживаться от эмоций – это выше моих сил. Так, ну, извините, тут обыкновенные банные дела. Так, у меня немножко... Кто понимает, 60 плюс 65, это режим уже такой достаточно немягкий, немягкий. Но нам такой нравится. Мы из Сибири, ребята, мы за зиму за эту намерзлись. Кому нравятся более нежные режимы, давно бы уже прикрыли печку и нежились бы здесь, как на пляже. Но что и делает наш суровый сибирский хозяин этой бани. А мы кончаем ему завидовать, мы идем раздеваться и тоже будем париться.